Здравствуйте, меня зовут Анастасия Новикова, это канал Forbes Казахстан. Сегодня наш собеседник, известный казахстанский ресторатор Юрий Негодюк. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Юрий, вы участник нашего традиционного исследования SEO-сервей, который мы проводим и который публикуем в апрельском номере журнала. Угу. Кроме того, вы владелец и основатель сети баров Пинта, сети ресторанов Бао, вы управляете сетью кофеин Поль, и еще у вас что-то есть в портфеле. Пожалуйста, расскажите, что у вас еще есть? Ну, еще есть отдельно стоящие рестораны, вот есть такое небольшое гастропространство в мегапарке, называется New York Hell's Kitchen, где собраны несколько ресторанов. Есть Spirit Bar, где мы с вами сейчас находимся. Есть бар «Сухой закон», есть сеть пиццерий «Томата», есть тоже бары «Банка», сеть, есть кофейни «Кофе Хаб». И, кстати, у меня есть «Dark Kitchen» доставка, называется «Chip and Dale». Возможно, что-то еще есть, могу упустить. Ну, то есть у вас очень много ресторанов самого разного направления, самой разной концепции. И, естественно, вы как участник SEO-сервей рассказывали и оценивали ситуацию на рынке. Вот как вы считаете, что происходит на рынке, какие вообще настроения у вас, у ваших коллег, что происходит? Ну, на рынке, конечно, ситуация сейчас непростая очень в ресторанном бизнесе. То есть она где-то напоминает даже паническую такую, да? Потому что, ну, по многим причинам, понимаете, да, что наша сфера оказалась наиболее уязвимая, да, и пострадавшая, потому что нас закрывали насовсем, да, надолго, и открывали частично, потом опять закрывали, и мы пережили все волны и переживаем до сих пор их. И если кого-то уже там открыли какую-то сферу, да, то нас до сих пор периодически открывают, закрывают, и это настолько происходит часто и непредсказуемо, что планирование, а в принципе от планирования у нас в бизнесе очень много зависит, да, оно фактически отсутствует. То есть мы можем сегодня узнать, что вечером мы закрыты, допустим, или завтра утром мы закрываемся, или у нас сокращается рабочий день. Или... Вот, кстати, откуда вы узнаете? Из новостей? Или из новостей. Вам... Все мы теперь благодаря Инстаграму, благодаря Tengri News, там Forbes в том числе и так далее, все паблики, которые находятся онлайн, они являются для нас теперь новостными. К сожалению, они, допустим, я бы хотел, конечно, получать от официальных органов какое-то письмо, но почему-то мы все получаем через новостные вот эти каналы, которые, кстати, иногда дают и фейковые новости. Кстати, недавно какой-то паблик разместил фейковую новость, что опять рестораны будут работать по какому-то другому графику. И мы уже собрались опять что-то там закрываться или не закупаться, да, выяснилось, что это фейковая новость. В общем, с новостями все не так просто у нас. Ну вот буквально сегодня пришла новость, я так понимаю, что она не фейковая, потому что ее распространил НПП «Атамикен». Новость заключается в том, что проект «Ашик», который был пробным в двух городах, Алматы и Нур-Султане, сейчас будет распространяться на весь Казахстан. И открываются в том числе кинотеатры и в том числе банкетные залы. Вот как вы считаете, это вообще вот эта новость прибавила вам хорошего настроения с утра? Ну, новость, то, что открывается различные банкетные залы, это хорошо, да? Сама программа «Ашик», я там в ней там не вижу, конечно, честно говоря, какой-то большой перспективы. Но если она помогает открываться нам и ресторанам, и банкетным залам, и барам, то это хорошо. Вот эту новость я рассматриваю как позитивную. Но в саму программу я не верю. Я верю, наверное, в вакцинацию больше, чем в программу «Ашик». Ясно, хорошо. Скажите, пожалуйста, у вас разные заведения, как они переживают пандемию? И я так понимаю, что у вас очень разные показатели, потому что разные стили, mm-hmm. разные направления. И вот давайте детально и в общем. Ну, понятно, что весь ресторанный бизнес переживает трудности. Но, конечно, если делить на сегменты, то какие-то сильно большие трудности испытывают, какие-то меньшие трудности. Почему? Потому что, прежде всего, связано с ограничением времени работы, ну, которое для нас непонятно, конечно, но тем не менее оно есть. И те заведения, которые всегда ориентировались на вечерние продажи, да, на, скажем так, предоставление вечерних ресторанных услуг. И выходные дни, наверное. И выходные дни, да. Они, конечно, пострадали больше всего.
Ну, допустим, у меня был когда-то знаменитый бар «Сохо», знаменитый. И я его закрыл вообще до конца и больше его не буду открывать. Почему? Потому что это было вообще ночное заведение. И я увидел, что, как и в других странах, ночные заведения попали под самые жесткие ограничения. И не увидел света в конце туннеля, так сказать, по снятию этих ограничений для ночных заведений. А держать год и больше заведений в закрытом я тоже не увидел смысла. То есть вы считаете, что ночные клубы как классы вымерли? Не вымерли, а пока находятся под самым жестким ограничением. Держать в закрытом заведении год-два заведения, ну, как бы нет экономического смысла. Все равно есть какие-то расходы по нему, какая-то минимальная аренда или что-то еще и так далее. И выгодней с точки зрения экономической закрыть это заведение, чем тянуть его и ждать, когда наконец-то ограничения именно ночных заведений будут сняты. Ведь после ограничений не значит, что сразу пойдет прибыль. Да? То есть пока раскачается оно и так далее. И если говорить о том, что когда мы были закрыты, это закрылись мы 20 марта. Сейчас уже апрель, и ночные заведения до сих пор не работают. То есть понятно, что я его просто закрыл и забыл про него. А вечерние заведения, такие как Пинта там, и вот бары именно, да, конечно, они пострадали больше всего, потому что в течение этого года ограничения касались именно времени работы. То есть днем можно было работать, почему-то вечером нельзя было работать. До сих пор мы не можем понять почему, но тем не менее это случилось. И поэтому, конечно, бары Пинта пострадали больше всего. Менее всего пострадали концепции, которые были настроены и работали на продажу еды в дневное время. Еды, напитков, кофе, там, такие как Поль, такие как Бао, и которые находятся не в торговых центрах. Потому что торговые центры, опять же, попали под жесткие ограничения. А у меня примерно 40% ресторанов находятся в торговых центрах. И, конечно, они тоже сильно пострадали. Но те рестораны, которые находятся, так сказать, на стрит-ритейле, да, они не пострадали, я бы сказал даже. Ну, то есть, когда были сняты ограничения и работали в каком-то, в среднем таких ограничительных мерах, мы даже умудрились заработать такие, вот, допустим, концепты, как Бао, как Поль, они... Особенно у Бао была своя доставка, что нам сильно помогло. И в какие-то моменты даже у нас выручка поднялась. Мы стали зарабатывать больше, чем до пандемии. Вот это вообще потрясающе. Ну, это нормально. Я не знаю, что не только наша сеть, а многие такие мои коллеги тоже. У них получилось заработать чуть больше, чем до пандемии. Ну, вот смотрите, то, что ресторан Бао, работая на доставку, зарабатывает, мне кажется, это логично. То есть люди кушают, да, продолжают есть. Да. Дома ли, так или иначе, все равно хочется чего-то вкусного, хочется чего-то там оригинального, да, возможно. Вот именно оригинального. Именно формат получился нужный в этот момент. Да, потому что на самом деле я знаю, что многие блюда, которые вы предлагаете, им нет аналогов на рынке в Казахстане. Ну, согласен, да. Но для меня удивление то, что хорошо показала себя сеть кофеен, потому что, как мне кажется, например, ну, вряд ли многие люди пойдут заказывать себе домой доставку капучино и круассана. На самом деле, вот именно кофейни, не только Поле, а все остальные, они себя, наоборот, чувствуют хорошо и чувствовали хорошо во время пандемии, потому что, ну, кофе все-таки и круассан – это такие продукты, которые именно... Тяжелое время особенно поднимает настроение человеку, да? То есть съесть что-то сладкого и выпить кофе в том или ином формате, поднять свой уровень дофамина, серотонина, то есть при том, что вокруг все очень плохо, думаю, что это наоборот как раз-таки являлось таким вот некой отдушиной вот в этом темном царстве, в которое мы попали, именно кофейне. То есть у людей остались деньги на кофе? Ну да, но на самом деле в кофейне же не такой большой средний чек, там круассан стоит там 600-700 тенге, и кофе там 800 тенге, то есть за 1500 тенге ты можешь получить хороший такой кусочек счастья, да, и поэтому, причем прогуляться, ведь все было закрыто, да, а поход в кофейню – это событие целое, да, человеку прям, ему хотелось выйти куда-то и взять эту чашку кофе, дальше идти куда-то, наслаждаться с этим чашкой кофе, поэтому именно кофейни как раз-таки чувствовали себя очень хорошо. Скажите, пожалуйста, значит, у меня дальше, да, пойдем. Вот вы активно развивали доставку. Вы начали развивать доставку до начала пандемии или уже это была вынужденная мера?
Ну, что касается концепта БАУ, так случилось, что все-таки доставка была до пандемии. Правда, она была в таком немножко... находилась все на этапе стартапа. Как-то мы не занимались, потому что все-таки занимались больше обслуживанием гостей в ресторане внутри. Но пандемия повернула все немножко сверх на голову, так сказать, да, и доставка стала хорошо работать. И, естественно, мы, так у нас уже были решения, и IT-решения, и сам отдел доставки, колл-центр, все это существовало, просто мы его усилили, да, и развили, скажем так. Но, тем не менее, мы еще сотрудничаем с агрегаторами, которые, в принципе, нам не особо, конечно, выгодны, но, тем не менее, они для нас являются все-таки больше какой-то маркетинговой составляющей. То есть эффект присутствия, да, эффект вам? Да, эффект присутствия, эффект связи с гостями, эффект рекламы нашей продукции, наших блюд через этих агрегаторов. Ну вот сейчас у вас есть годовой, скажем так, опыт по развитию доставки и по работе с агрегаторами, которые действительно, я знаю, что берут очень большой процент за свою работу. Многие вообще говорят, что становится нерентабельным. Да, я вот слышала такие мнения. Как вы считаете, могут заведения общепита выжить на доставке? Есть некоторые концепции, конечно, которые выживают, но при условии, что у них своя мощная доставка. И эта сеть, это только сетевой проект. То есть один маленький dark kitchen и один маленький ресторанчик, доставки, конечно, выжить, я думаю, что практически невозможно. То есть это просто, наверное, как возможность, я даже не знаю, это существование, может быть, какое-то есть, но с агрегатором выжить точно невозможно. Агрегатор, как вы знаете, берет там до 30%. Если там прибавить налоги, какие-то еще затраты на эквайринг и так далее, то есть, наверное, получается 35% возможно, да? То есть взять себестоимость, которая так высокая, потому что на доставку себестоимость повышается, так как в доставку включается еще одноразовая посуда, которая там 5%, наверное, занимает, может быть, даже от стоимости блюда. То есть у тебя получается 35% вы отдаете процентов агрегатору, там 35-40% у вас себестоимость блюд получается, да, 25% зарплата, плюс все это облагается еще потом каким-то налогом, если вы ИП, это 3%, если это не ИП, это 12% НДС, в итоге у вас в лучшем случае 0, в лучшем случае, да, а в худшем это там еще аренда еще какая-то. Работать, да? В удовольствие, в общем. Работать, да, в удовольствие, так. Ну это да, это так бизнес ради какого-то, ради процесса какого-то, да. По факту, конечно, там ничего не заработаешь. Но как вы видите перспективу? Вы думаете, что мелкие игроки сейчас уйдут с рынка? То есть, я думаю, что есть, да, очень много маленьких заведений, там, которые выживают, семейные заведения, да, как-то вот. И вы думаете, что у них сейчас в данном случае нет шансов выжить? Если они будут заниматься только доставкой, то нет шансов. Угу. То есть все равно рестораны должны зарабатывать на обслуживании гостей внутри заведения или на летней площадке, грубо говоря, да? То есть заработать на доставке невозможно, на 100%. Хочу поговорить с вами о людях, потому что ресторан – это в первую, в общем-то, очередь, да, это люди, которые работают в ресторанах. И я так понимаю, что сложные условия для работы не могли не сказаться на вас. Вот скажите, как вы работали, как вы сокращали штат, сокращали зарплаты, что вообще у вас происходило именно в этом отношении? Ну да, конечно, вот первый локдаун там для нас был таким шокирующим. Мы никогда в жизни не закрывали все рестораны одновременно, да? Никогда в жизни мир самолеты все не зажал, да? И, конечно, ну, благодаря тому, что у нас очень хорошая команда, да, управляющих, там, рядовых сотрудников, мы все-таки смогли, наверное, сделать правильное решение и выжить вот в это трудное время. Что мы сделали? Мы, конечно же, максимально сократили персонал. Каким образом? Кого-то отправили в отпуск, кто-то сам ушел от нас в другую сферу работать. И благодаря, кстати, тому, что все-таки было выплачено вот эти вот 42 тысячи тенге, они, конечно, небольшие, но тем не менее они нам помогли, всему вот бизнесу, да, сделать так, чтобы сотрудники какое-то время продержались, да. И мы им не платили в этот момент, потому что мы тоже не могли, честно говоря, платить, потому что не было такое настолько много кэша, чтобы там какое-то долгое время платить зарплату. Поэтому мы потеряли много людей, потому что, еще раз повторюсь, что многие люди просто ушли из этой сферы. Они покинули, они посчитали, что сфера нестабильная,
Ну, в общем, они правы, они, да. Правы, да, они на 100% правы. Ну, хорошо, но вы можете примерно сказать, насколько у вас сократился штат? И сейчас берете вы снова людей или нет? Да, я думаю, что у нас штат сократился где-то процентов на 50. Где-то это примерно. Очень это много. Да. Ну, потому что и выручка упала примерно на 50%. Соответственно, нам не нужно уже столько было людей, чтобы создавать эту выручку, да, и обслуживать гостей. У нас количество гостей упало, все примерно в целом на 50%. Угу. И, соответственно, и нам, и людей нам пришлось сократить примерно на 50%. Угу, угу. Конечно, по мере открывания сейчас мы опять пытаемся набрать, но так как открывания вот... Они вот такие вот. То они есть, то их есть, нет. Мы, опять же, мы даже не можем набрать людей, потому что мы не знаем, завтра мы как будем работать, в каком графике, да. И как я уже говорил, что постановление выходит настолько спонтанно и непредсказуемо. И, конечно же, ведь зарплата сотрудника ресторана, практически каждого, она состоит из двух частей. Это базовая какая-то ставка небольшая, все остальное зависит от его личных продаж или от его личных каких-то производственных мощностей, скажем так, да, то, что он продуктивити, то, что он делает. Допустим, повар там сделал 10 блюд, там сколько ты получил там, и так далее. А если он ничего не делает, соответственно, он ничего не получает. Да? А он ничего не делает, если мы имеем ограниченное количество времени работы, соответственно, и им тоже делать нечего. Поэтому, а так как мы нестабильно открываемся и закрываемся, мы не можем знать, сколько нам людей на смену вызывать, сколько нам продуктов покупать и так далее. Поэтому и все это ведет к нестабильности заработной платы этих сотрудников. Конечно же, они меняют сферу, идут в основном в супермаркеты работать, которые сейчас активно развиваются, да? Там идут на кассу там, или в бухгалтерию и так далее, а идут работать в те же курьеры. Агрегаторы, которые сейчас, видимо, хорошо зарабатывают. Видимо, зарабатывают, не видимо даже, а мы знаем, сколько они зарабатывают. Они действительно повысили заработные платы. И они увеличили количество сотрудников там в 3-4 раза. Ну, в общем, сфера теряет квалифицированные кадры, которых и так было мало. И, конечно, в перспективе на сферу это будет такой негативный какой-то, негативное влияние будет. Ну, к этому вопросу я еще вернусь. Я хочу сейчас поговорить о государственной помощи, которую вот вы затронули. Строк 2500 действительно это была масштабная акция, беспрецедентная в Казахстане. Но многие говорят, что это все-таки было недостаточно для бизнеса. Я хочу рассказать вам, буквально сегодня на сайте Forbes вышло интервью первого заместителя министра национальной экономики как раз на тему того, как государство помогало бизнесу и как планирует помогать в дальнейшем, потому что вы знаете, конечно, что было распоряжение президента поддержать бизнес и особенно пострадавшие сферы. Я хочу буквально одну цитату вам зачитать. Наш журналист спросил по поводу того, какие меры будут приняты для самых пострадавших отраслей, сфер, да, то есть это рестораны, туризм, кинотеатры, сферы услуг, сервиса, да, скажем так. Вот, и вот ответ официальный. Вице-министр сообщил, я цитирую, мы полагаем, что отсрочки по налогам и кредитным выплатам, приостановление принудительного взыскания задолженности, льготного рефинансирования кредитов, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, введение розничного налога, освобождение от налога на имущество и арендных площадей по объектам государства и квазигоссектора направлены на решение проблем как раз этих секторов малого и среднего бизнеса. Ваше мнение, этих мер достаточно? А если нет, то... Что бы вы хотели еще увидеть? Ну, вот те пункты, которые вы перечислили, да, многие из них, они к нам не имеют никакого отношения. Я могу просто немножко их каждый прокомментировать, да? Да. Вот, допустим, там сказали, что была отсрочка по НДС и насильственное взыскание чего-то там задолженности, да? Нет, безусловно, это, конечно, помощь. Но смотрите, как вот детально, если проговаривать, как это произошло. Нас закрыли 18 марта. Или 17-го, или вот что-то такое, да? Это как раз вот буквально до 25 марта мы должны были заплатить. Но так как у нас крупная сеть, у нас очень много НДС, у нас очень много ТО. И для нас НДС это просто очень большой объем выплат. И мы платим много НДС. Просто ресторанный бизнес, там очень мало зачетного НДС, да? Как вот, допустим, строительные, они много берут зачет, да? Там еще какие-то бизнесы. То есть, а у нас зачетного НДС мало.
То есть у нас очень высокая наценка, а самого НДС, в зачет, который мы берем, его нету практически, да? Только арендные платежи, а это всего 10-15% от товарооборота. А продукты практически все нам возят ИП, которые являются не плательщиками НДС. То есть мы у них не можем взять НДС в зачет, поэтому у нас НДС очень большой. А нас закрыли 18 марта, как раз когда мы хотели выплачивать НДС. Но у нас вот эти были деньги на НДС, да, и нам, конечно, сделали отсрочку до 1 там, сентября, когда мы были закрыты. Но мы эти деньги не выплатили в НДС, а мы потратили их на вот, расчет с поставщиками, расчет с сотрудниками. Там очень много на было. Решение текущих проблем, да? И в итоге мы вышли, когда нас открыли, когда мы должны платить НДС, а у нас-то денег нету, потому что мы все деньги потратили как раз на переживание вот этого кризиса, как раз локдауна. Да? И тут нам говорят, а теперь платите НДС. Ну, конечно, они не стали нас насильно взыскивать, да, и у меня были даже такие предприятия, которые, в принципе, они, которым не было денег, чтобы платить НДС, и мы, когда начали в сентябре работать, потихонечку закрывали этот НДС, и нас, да, не закрыли счета, а отнеслись к нам лояльно, и мы в итоге этот НДС вот буквально вот в этом месяце дозакрывали. Конечно, это помощь была. Но какая она помощь? Ну, в смысле, я бы лучше, была бы помощь, если бы дали отсрочку, допустим, на 3 года. Да? Сделали бы нам в 3 года. А мы за это время, да, потеряли сотрудников, не выплатили им зарплату, потому что платили им НДС, НДС там, и так далее. Хорошо, что все-таки за счет того, что у нас долгие связи были с арендодателями, да, и такие крупные игроки, как там, не знаю, мега-центр, там еще, они пошли нам навстречу, и они нам дали действительно большие скидки на аренду. А, допустим, Мега вообще обнулила там аренду, да, и мы долгое время не платили аренду, за что им большое спасибо. И практически 99% арендодателей нам сделали действительно реальные большие скидки. И только за счет них, честно говоря, мы выжили, а не за счет там помощи. Дальше, вот там было то, что убрали с нас налог на зарплату. Да. Но это было в течение 3 месяца, когда мы никому не платили зарплату. Потому что никто не работал, никто, наверное. Никто не работал. Какую зарплату? Мы и так не платили. За что? То есть, а когда мы вышли на работу, мы опять стали платить этот налог. Дальше. Был пункт, что убрали на имущество, да, налог на имущество. Большинство ресторанов не имеет имущества. То есть мы арендуем помещение, и все это аренда. Капитальное оборудование у нас давно все вышло самортизировано, но амортизируется там за 2-3 года. То есть какого-то налога имущества у нас так нету. Какое налог на имущество? Убрали аренду с госпомещений. Мы не арендуем. Наверное, вы не сидите в госпомещениях. Мы не сидим в госпомещениях. Везде это какие-то частные предприниматели или какие-то частные организации. Ну, то есть то, что перечислено, фактически мы не участвуем. Вы не прочувствовали, да, практически? Займы, кредит, мы на собственные средства развивались, у нас нет кредитных каких-то линий там, и так далее. Потом даже я слышал от коллег, чтобы там сделать вот эти вот рефинансирование, да, потребовалось там очень много каких-то манипуляций, и тут до сих пор, по-моему, эти вопросы не решены. Ну, то есть мы в этих программах не участвуем. Хорошо, а что бы вы хотели увидеть? Ну, я говорю, для нас важен НДС, допустим, да? Можно было нам сделать год НДС, ну, как это в многих странах было сделано. То есть не 12%, хотя бы на какой-то период сделали бы там 3-4%. Как у ИП, например, да, хотя бы, да? Да, как у ИП 3%, но временно, на год там сделали бы, да. У нас, как ТО, мы платим 20% КПН. Тоже могли бы хотя бы сделать 10%, 5%. А для нас вот этот раз в год заплатить КПН, то есть это большие суммы, их нужно где-то взять, скопить там и так далее, держать на счета. Ну, опять же, вот тут же зарплаты, налог на зарплату, его могли сделать на 3 месяца, опять же, сделать на год и так далее. Ну, такие вещи, которые, я не говорю о конкретной материальной помощи, ну, понятно, что ее, наверное, нету денег там у государства, но взять, сократить вот этот налог, это же можно было, к примеру, да? Есть предприятия, которые не останавливались, допустим, я не знаю, нефтяная промышленность как работала, так и работает, да? И она платит налоги, окей, там понятно, потому что они не закрывались. Какие-то еще там крупные заводы как работали, так и работают. И они платят НДС. Но мы такая маленькая сфера, которая не является ВВП образующим. Да? И нам могли бы, как бы, на мой взгляд, скостить вот этот НДС чисто по-человечески. Но, к сожалению, мы не получили. Хорошо, Юрий, я хочу немного на другую тему поговорить. Я знаю, что вы не пришли в ресторанный бизнес с улицы, со стороны вы
В общем, человек, который работал в этой сфере и начинал с самых низов, с самого нуля. Расскажите свою историю. Как вы начинали, как вы смогли прийти к тому, что имеете сейчас? И сколько времени и сил на это у вас ушло? Времени ушло очень много, ну, собственно говоря, и сил. Ну, все получилось на самом деле очень случайно. Я вообще по образованию музыкант, да, и профессиональный. То есть я работал на радиотелевидении, в оркестре после консерватории. И все было хорошо до тех пор, пока не стали приносить столицу нашего государства из Алматы в Астану. В тот момент, в том числе, как государственная организация, наш оркестр тоже стали привозить. И был предложен такой вариант. Либо вы переезжаете, вам дают там какое-то жилье там временное и так далее, и так далее. Ну, либо увольняйтесь, потому что как бы здесь у вас больше работы нет. Я не хотел приезжать в Астану, потому что это был 94-й год или 95-й. А, там было еще так грустно в Астане, она только развивалась. Сейчас бы, конечно, это другой город, возможно, сейчас бы, может быть, я и переехал. Но в тот момент не хотелось. И плюс там погодные условия мне не очень нравятся. И, в общем, я решил остаться в Алмате. Ну и вот как бы уволился с гостелерадио, остался в одном маленьком оркестре. Он назывался оркестр оперной студии при консерватории. Но времени там было для работы очень мало, потому что оркестр работал всего 3 раза в неделю, по-моему, там были репетиции, uh-huh. 1 раз вечером концерт. И поэтому у меня было очень много свободного времени, и там, кстати, была оплата невысокая. Ну, это мне... были 90-е годы, да, естественно, да. Тогда было не до музыки. Где-то нужно было подрабатывать, и я пошел подрабатывать в ночной клуб барменом, вернее, помощником бармена. Потому что им не было навыков, меня взяли помощником. Случайно знакомые, такие же музыканты, которые бросили музыку и пошли работать. Музыкальная мафия. Музыкальная мафия, точно. И, в общем, они меня приютили и взяли помощником в бармены. И, собственно говоря, так и началась моя карьера там. Я долгое время там работал в этом клубе. 2 или 3 года проработал. Из помощника бармена я прошел там стадии, был помощником официанта. В итоге вернулся опять, стал барменом, уже барменом. И, собственно говоря, долгое время работал барменом в каких-то других заведениях, еще в другом ночном клубе, потом в ресторане работал. И потом устроился работать вновь открывающую российскую компанию, совместную СП, казахстанско-российскую, назывался Росинтер, ресторан, который, в принципе, была очень мощной компанией. И, на самом деле, она дала толчок всему ресторанному рынку Казахстана. Ну, вы название брендов скажите, чтобы наши зрители... Ну, Патио Пицца, Американский бар и гриль, Планета Суши, Мока Лока кофейня, что-то еще было, Аростикс. Вот, это все заведения, которых уже нет. Да, уже нет, они закрылись, но в Казахстане, в России... В Казахстане, да, конечно. И вот я там начал свою карьеру уже как ресторанный сотрудник, то есть из бармена там я стал заместителем директора, потом директором, потом каким-то бренд-менеджером, в итоге стал управляющим компанией. И после этого долгое время работал управляющим, потом я сменил сферу деятельности, потому что я очень сильно устал от ресторанов. Но физически это тяжело работать. То есть я работал круглосуточно, то есть там спал по 4 часа. Потому что сеть развивалась, сеть была большая, она как бы требовала очень много временных затрат. Приходилось очень много учиться, потому что знаний не хватало музыкальных. Нужны были экономические. Мне пришлось поступить на экономический. Я закончил МАП на магистратуру управления предприятием. В это время еще работал. В итоге было так тяжело, что я решил все-таки сменить какое-то время. Тогда не планировал на сколько. В общем, я ушел в компанию «Евросеть». Это продажа сотовых телефонов, аксессуаров и контрактов. Ну, это все-таки другая сфера, отличная от ресторана. Вообще, это ритейл чистой воды. Да. И оказалось, тоже непростой, на самом деле. И я там проработал 2 года на должности генерального управляющего по Казахстану. И у нас была задача открыть 150 магазинов, киоск, салонов, не красоты, салонов связи. То есть было 150, а нужно было увеличить в 2 раза там, в общем... На самом деле, пришел, когда была, конечно, мощная команда и все так далее. И мы эту задачу решили и увеличили в 2 раза. В общем, стало 300 салонов связи по Казахстану. Подняли продажи, все было хорошо. Но потом, там, в связи с политической ситуацией в Москве, компания «Евросеть», и наша тоже стала испытывать трудности. И, в общем, начала закрываться, распродаваться, резаться. И в этот момент я уже решил тоже, что нужно его покинуть, потому что, ну, собственно говоря, там компания закрывалась. И...
И вы решили вернуться в рестораны. Я решил просто проанализировал свой путь жизненный, решил, что я готов начинать свой личный бизнес, да, свой собственный. И вот открыл маленькое кафе, маленький бар к тому времени, решил, мы с друзьями там собрались. То есть вы не занимали денег, не брали кредитов вот на свои средства, да? Мы нас там три человека скинулись там, да, просто арендовали помещение, оно было уже наполовину готово, мы там своими силами его отремонтировали просто и сделали вот этот пивной бар первый, назвали его Пинтой. Ну, собственно говоря, оттуда все и пошло. Мы там долго работали, потом несколько раз оно сгорало, кстати, да, было пожар. Но в итоге-то вы остались один, да? Нет, у меня есть партнер по пинте, да, он остался, и какие-то концепции я сейчас развиваю сам, какие-то у меня есть там партнеры, но это все те партнеры, которые, собственно говоря, и начинали со мной пинту изначально. Угу. То есть мы так с ними как-то двигаемся, просто где-то они участвуют, где-то не участвуют. Вы очень интересно стали развиваться, то есть вы, ну, как мне кажется, зонтично, да, можем так сказать, потому что вы, кроме баров Пинта, вы пошли в другие виды общепита, заведений, то есть, как мне кажется, все-таки ресторан, например, азиатской кухни, он очень далек от пивного бара. Очень далек, да. Вот что на это сподвигло и какие сложности с этим были? Ну, ведь, если честно, ресторатор, вот, кроме того, что он должен быть менеджером, да, у него все-таки творческая часть, огромную часть его бизнеса занимает творческая часть. И многие рестораторы у нас и вообще во всем мире открывают те или иные рестораны, ориентируясь на свои какие-то личные вкусы и настроения, и какую-то свою, там, не знаю, предпочтение. Азиатский бау, именно так и получилось, что мне самому нравилась как бы азиатская кухня, и всегда хотелось, наверное, что-то подсознательно хотел что-то открыть, и сподвигло меня, я, честно говоря, очень много езжу по странам, смотрю те или иные концепции, их привожу сюда, перерабатываю как-то и, ну, в какой-то степени копирую, ну, собственно, как все это делают, да? Но не все в этом признаются. Не, ну, на самом деле, если так взять, то все копируют, потому что все копируют какую-то технологию. Естественно, каждый просто вносит свое, и за счет этого развивается ресторанный рынок. То есть, если бы мы не копировали, то и ресторанный рынок бы не развивался. Важно правильно скопировать, внести свои какие-то мысли, свои видения, да, и переработать ее, и выдать за свое. Это нормально, это все так делают. И то же самое и здесь. Конечно, бау, я там несколько сетей посмотрел, да, за границей, в разных странах, в Нью-Йорке, там, в Лондоне, да, их переработал, совместил и как бы вот открыл, да. Она долгое время на ней работала, там один ресторанчик был экспериментальный, пока я многие блюда пытался там вносить, они не шли, какие-то шли, какие-то дорабатывал там, где-то мы брали рецепты из-за границы там и так далее, и так далее. И пока я не был уверен, а на это ушло 2 года, я не развивал ее. Но через 2 года я понял, что концепция готова и начал активно открываться. Сейчас работает открывшийся уже 5 ресторанов и в этом где-то за 3 месяца я еще открою 3 ресторана. То есть будет 8 в ближайшее время. 8 ресторанов – это Алматы и Астана. Но я думаю, что это не конец, как бы, да? А это только начало. То есть, ну, где-то так примерно в планах вырасти до 15, до 20 ресторанов. Бау. Да. Здорово. Но вот смотрите, вы правильно сказали, что ресторатор все-таки часто ориентируется на свой вкус. Мне интересно, если какое-то блюдо, например, не нравится вам лично, у него есть шанс появиться в меню? Есть, да, конечно. То есть здесь ресторатору важно совмещать свои предпочтения и делать анализ рынка, да? То есть что нравится гостю, особенно в том или ином регионе. Допустим, понятно, что Казахстан – свой регион со своими вкусовыми какими-то предпочтениями, своими вкусовыми традициями, традиционной кухней. И здесь не все приживается, то, что приживается там, в той же Москве там, или в том же Киеве, ну и, понятно, в том же Лондоне там, и так далее. Поэтому, когда тебе что-то понравилось, ресторатор должен это очень сильно переработать именно на рынок и выдать уже тот продукт, то блюдо, которое должно продаваться. Безусловно, не все блюда, которые есть в меню, мне нравятся. Но есть
запросы рынка, да, на которые мы идем, там, и их вносим. Но есть и другой момент, что вот многие рестораторы делают, кстати, эти ошибки, в том числе я, конечно, да, что вот мне кажется, что это блюдо, вот я его где-то увидел, оно там хорошо продается, там, в какой-нибудь там Америке, там, или еще где-то, да. Ну, здесь оно точно пойдет, потому что там же оно хорошо продается. Там вот очередь стоит, и мы вносим это блюдо, не адаптировав, да, и оно вообще не продается. Хотя мне оно нравится, вроде бы этому менеджменту нравится. Но ресторатор и менеджмент ресторана, он на самом деле сильно опережает гостя по своим вкусовым, как бы, предпочтениям. Потому что мы очень много пробуем, да, и мы, так сказать, вкусовые наши рецепторы, они растут быстрее, чем вкусовые рецепторы гостя. Потому что гость все-таки, он редко пробует что-то новое, он традиционно там кушает одно и то же дома, да, и в рестораны выходит там раз в неделю. А мы в рестораны каждый день, причем по 3-4 раза пробуем что-то новое, да. Поэтому наши вкусовые рецепты гораздо развитее, да, чем у гостя. И на это надо делать ставку, когда заводишь новые те или иные блюда. Что мы поменяем? Мы меняем где-то специи, да, допустим, ну, допустим, тайский суп, да. Если реально тайский суп, он имеет очень высокую степень остроты. Конечно, наш гость не готов такое есть, не все понимают. Конечно. Поэтому мы где-то его снижаем остроту, ну, к примеру, да. Где-то побольше используем курицы, потому что курица, в принципе, такой международный продукт, да, в том числе и азиатский. В Азии очень много едят курицы, просто очень много. То есть KFC, допустим, самый популярный – это именно в Азии, потому что они привыкли кушать курицу. Допустим, в том же Китае очень много используется свинины. Мы свинину не используем, да, ну, по нашему менталитету. Менталитету, да. Поэтому здесь нам пришлось свинину везде менять, там, на курицу там, или на говядину. Ну и так далее. Вот какие-то, каждое блюдо очень сильно перерабатывается, да. Где-то мы на самом деле рискуем, идем на новинки, включаем, да, и они действительно выстреливают. Допустим, бау-бургер. Новинка для нашего рынка, она никогда не была. То есть это паровая булочка, да, в которую вместо привычной котлеты вставляется, допустим, какое-то там азиатское мясо там, или курица там, в азиатском стиле с какими-то отдельно азиатскими... Второе блюдо, по сути, да? Да. Вот. Ну, то есть получается, что для нас, для нашего гостя это был новый продукт. Тем не менее, мы рискнули, ввели его, и теперь в нашей сети Бау, так как называется и Бау в том числе, да, это Бау-бургер является хитом продаж. То есть он сейчас занимает там первую пятерку. Поэтому здесь вот рискнули, и как бы получилось. А где-то мы рискуем, и не получается. То есть ресторанный бизнес всегда риск. Постоянный риск. Я знаю, что мировая тенденция сейчас идет к использованию растительного мяса, так это называется, да, то есть мясо без мяса, соевое мясо и так далее. Вот были у вас какие-то эксперименты или вообще мысли по этому поводу? Потому что даже в Казахстане сейчас, в крупных городах, очень сильно развитие, мне кажется, вот вегетарианство, ну, кроме того, что, в принципе, на ЗОЖ, да, идет ориентирование. Но вот именно отдельно как вегетарианство. Есть у вас по этому поводу какие-то идеи? Ну, идея какая? На самом деле растительное мясо действительно набирает популярность. В Казахстане, конечно же, еще пока это нет. Вот такой вот большого тренда, да. Но нужно понимать, что мы всегда ориентируемся на мировой рынок, да. То есть и за ним следуем. И как бы мы ни хотели, не хотели, все равно этот тренд, если он есть, он к нам придет. Есть там статистика, допустим, в том же в Нью-Йорке, да, там уже 30% используется именно растительного мяса в тех же Макдональдсе, где-то там, да. Бургер Кинге. И это означает, что к нам через какое-то время это придет. И убирать это со счетов, как тренд, конечно, мы не можем. Но пока спроса большого на него нет. И, соответственно, мы как бы на него не ориентируемся. Когда будет спрос, то, конечно, мы его заведем и будет. Но вот в данный момент пока прям такого бума нету. Это все, что связано с ЗОЖем и растительной пищей, и вегетарианством, это ниша. И вообще тренд на ниши сейчас, есть такой тренд ниши. То есть, и так как все-таки у меня сетевой бизнес, да, мы все-таки больше ориентируемся на масс-маркет, да, то там пока мы не говорим про вот это растительное мясо, тем более, что, кстати, оно не совсем дешевое пока еще. Пока да, ну оно дорогое, оно конечно. Дороже да, нашего да. казахстанского мяса. Значительно. Значительно, да. Ну и на самом деле я считаю, что казахстанское мясо хорошее, на самом деле оно уже такое органическое, более-менее, в отличие там, от каких-то других там, тоже американского, да, да, которые конечно. Кормят там, гормонами роста и так далее, и так далее. У нас пока все эти технологии не дошли. Не дошли еще на 100%. Да. Хорошо. Давайте еще немножко поговорим о людях. Потому что я знаю, что ваше заведение в первую очередь славится
хорошим сервисом. Угу. Это при том, что в целом в Казахстане сервис – это большая проблема. Вот скажите, как вы решаете эту проблему? Вы вкладываете деньги в воспитание, в обучение людей, или вы нанимаете кого-то из других стран? Вообще, угу, что происходит и как вам это удается? Ну, 99% нашего персонала – это все местные сотрудники, казахстанцы. Угу. И наша основная стратегия – это взращивание кадров внутри. То есть у вас можно от официанта дойти до управляющего? Не то, что можно, а это так и происходит. На самом деле большинство руководителей сейчас – это наши бывшие официанты или менеджеры. Угу. То есть сторонних сотрудников, которые пришли сразу на руководящую должность, очень мало. Мы стараемся вкладывать все-таки деньги, да, это в персонал, и сделать так, чтобы люди с нами, вместе с нашей компанией тоже росли, и давать им возможность. Наверное, это связано с тем, что вот я там и вот мои коллеги, да, мои партнеры, в принципе, они все такие же, что имеется в виду, что они выросли из каких-то официантов, там, из барменов. То есть вы сами пришли этот путь, и вы даете пройти, да, его хочу, другим, чтобы они, да? Тоже так же прошли и тоже стали кем-то. И там ушли потом от вас, как вы ушли? Ну, на самом деле, у нас не тюрьма, конечно, они могут уйти, но я стараюсь максимально дать людям развиваться дальше, то есть стать менеджером, стать директором, стать управляющим, да, ну, какой-то горизонтальный рост, стать управляющим в Астане, допустим, ну, в Нур-Султане, там, и так далее. У нас есть директора, которые поехали работать на франчайзинг наш, мы когда продали франшизу по Пинте, да, то есть в регионах тоже столкнулись с проблемой нехватки персонала, и мы предложили нашим директорам или менеджерам стать, допустим, вот менеджером, он работал в Пинте в Алмате, но поехать на повышение, допустим, директором стать в Пинте там Атырау. У нас есть такие примеры, когда, допустим, человек уехал работать в Усть-Каменогорск, угу, на Пинту, директором ресторана. Сейчас одна девочка, она сработала бар-менеджером, она работает в Атырау, управляющим уже двух Пинт. Угу. Ну, то есть вот карьерный рост, я думаю, что одна из таких вот мотивационных составляющих того, что мы можем, угу, удержать сотрудников, и сотрудники с нами. То есть у меня есть сотрудники, которые еще с Росинтера со мной. Потрясающе. То есть, да, вот есть несколько управляющих, вот, в частности, бренд-шеф по БАУ. Это шеф-повар, который когда-то со мной вместе работал в «Планете суши» шеф-повар. Uh-huh. То есть она сейчас у меня бренд-шеф, ну, к примеру. Uh-huh. Да? То есть это получается уже лет 20 мы вместе работаем. Есть таких несколько управляющих, которые в Росинтере были помощником повара. Вот, допустим, управляющая всей поль сети, uh-huh, да? Это девочка, которая пришла в 16 лет в Патио Пиццу работать официанткой. Она сейчас управляющая всей сетью поль в Казахстане. Ну, это прям очень мотивирующая история, конечно. Ну, в принципе, да. Хорошо. Вот немножко давайте вкратце остановимся на том, как вы развиваете франшизу, потому что я знаю, что у вас большая франшиза по Пинте. И скажите, собираетесь ли вы продавать франшизу, например, на БАО? Угу. По франшизе это, конечно, целая отдельная история. У меня просто так мне повезло, что Росинтер работал по франшизе здесь в свое время. То есть они, казахстанский холдинг, купил франшизу на все эти торговые, да, марки, и это была, ну, фактически 100% формат франшизы. То есть полностью было куплено все, торговый знак и так далее, и так далее, и все стандарты. И я получил неоценимый опыт работы в этой компании именно управлением и развитием франшизы. А далее, когда я уже начал вот управлять полем. Тоже второй мой опыт работы с франшизой. Здесь покупка французской, да, франшизы, это тоже интересно, потому что это вообще иностранная французская франшиза. И я посмотрел, как работает российская франшиза, как французская. И в итоге упаковали мы пакет Пинты, совместив весь этот опыт. Да, и очень успешно продали. Мы продали первую Пинту, наверное, 3 года назад. Угу. И за это время у нас уже продано порядка там 11, по-моему, ресторанов. В регионах, в Казахстане. Да, в Алмате и в Нур-Султане, угу, это наши рестораны собственные, в собственности. Угу. А все остальные города – это франшиза. Вот примерно, я сейчас могу ошибаться, там 10 или 11 городов
сейчас уже находятся пинты, в некоторых даже по две пинты уже есть. Допустим, вот разных раз... владельцев? Да, везде разные. Значит, у нас такой принцип, что мы продаем на один город только одному владельцу, чтобы не создавать там внутри конкуренции, но при этом он там может открыть, в принципе, сколько хочет пинт. Ну, допустим, есть города, которые могут выдержать там 2-3 пинты, да, есть, конечно, города маленькие, которые достаточно одной пинты. Вот в Атырау открывается уже вторая пинта, да. В Караганде открыли одну, она очень успешно работает уже почти месяц, и владелец решил открыть вторую пинту, сейчас уже подыскивает другое помещение. А сколько стоит ваша франшиза? Значит, паушальный взнос стоит 20 тысяч долларов в переводе на тенге, и роялти, это ежемесячный процент платежа от товарооборота, составляет 5%, который примерно делится так, 4% роялти, 1% на маркетинг, примерно. Понятно. Ну, мы оказываем полную поддержку, маркетинговую, тренинги и так далее. В принципе, владельцу, кроме того, что следить за своими расходами и доходами, ну, которые надо следить, потому что ресторан... То есть вы обучаете персонал? Мы полностью обучаем персонал. Мы, значит, всех сотрудников, которые там нашли на рынке, приглашаем к себе. И они у нас там стажируются в зависимости от необходимости по времени. То есть иногда и месяц надо будет стажироваться, пока мы не будем уверены, что люди готовы. Потом отправляем туда, они готовят к открытию. Наша команда приезжает открывать этот ресторан. И потом ежеквартально мы, наша франчайзинговая, вот этот офис, да, приезжает туда, делает полностью срез, оценку, на основании которой потом выдаются рекомендации, что нужно сделать, чтобы ресторан работал как бы хорошо. То есть все это выведено в такой вот отчет. Юрий, вот у вас опять же очень большой срез и очень большие наблюдения, я так понимаю, да, то, что называется big data сейчас. Да. Вот, и мне кажется, что вы можете сделать такой прям очень большой объем, такой интересный, да, срез. Мне что интересно, вот сейчас были рестораны все в локдауне, они открылись, люди пошли, стали приходить. Что поменялось? Что меня интересует, что поменялось в настроении гостей, что поменялось в их предпочтениях, в их заказах, как поменялся средний чек? Что, то есть именно это интересно, именно потому, что у вас достаточно демократичные цены в заведениях, и это, в общем-то, люди вот массово, да, к вам ходят. Очень интересно, что происходит. Так, ну если брать срез там по ресторанам, да, конечно, очень большая разница в зависимости от уровня ресторана, да, от сегмента, скажем так, да. То есть есть fine dining такой, ну, у нас нет, конечно, fine dining, а upscale, скажем так, чек, который там имеет свой тренд. Там больше, конечно, сейчас тренд на авторскую кухню, да. Это приглашение каких-то шеф-поваров из там, ближнего зарубежья, какие-то авторские блюда. В то же время авторский, с одной стороны, с другой стороны, больше, наверное, упор уже на комфорт-фуд. То есть вот этот тренд на мишленовские вот эти вычеркнутые маленькие порции ушел, и всем хочется, с одной стороны, что-то простого, понятного, с другой стороны, в какой-то интересной подаче, с какими-то интересными дополнениями, фишечками, скажем, да, какие-то новые соуса, там, новые вкусы, потому что все-таки вкусовые рецепторы не только у рестораторов развиваются, а в том числе и у гостей. Вообще тренд по миру, да, что люди стали есть более насыщенные вкусы, ну, то есть больше специй, больше приправ, потому что рецепторы, ну, у всех людей потихонечку притупляются, хотим и не хотим, да, поэтому... Ну, это связано с технологией производства питания и так далее. С глутаматом натрия, наверное. В том числе, за последние 10 лет технология изготовления продуктов очень сильно изменилась. То есть калорийность изменилась, количество сахара в них изменилось. А почему? Потому что потребитель стал требовать, да, больше сахара, потому что рецепторы потребляются, и когда ты уже идешь, кушаешь натуральный продукт, тебе кажется, что он как бы невкусный. И поэтому везде кухня, особенно еще переселенцы с Юго-Восточной Азии, с Индии, да, которые сейчас за последние там, 5-10 лет сильно мигрировали, они внесли свои вкусы во все страны. Поэтому количество специй увеличилось, и в том числе и у нас. Почему, кстати, БАО стало тоже хорошо работать? Потому что в том числе это очень много специй используется, да, которые дают вот этот вот необычный вкус, да, и который, в принципе, гость, оказывается, подсознательно этого хотел. Что-то нового, что-то яркого, интересного. А все-таки рецепторы, они сразу же работают на головной мозг, да, и там на вырабатывание дофаминов, там, различных серотонинов, и поэтому человек сразу получает удовольствие. И опять же, если мы говорим, что
дорогой сегмент, он стал больше такой авторский, да, то фастфуд сейчас наоборот, он уходит в такой более простой сегмент. То есть бургерные, пицца и роллы. Это три направления, которые опять стали активно развиваться. Почему? Потому что они достаточно недорогие относительно. То есть вы можете купить бургер там сейчас в пределах 1000 тенге, там 1200, но это будет большой бургер, скорее всего, вам дадут еще в подарок картошку фри. И, в принципе, это полноценный обед. И, в принципе, качество бургеров сейчас во всем городе, да, оно сильно поднялось. То есть, сейчас можно, в принципе, там в какой-то обычной сетевой бургерной, не какой-то фирменной, там, скажем так, приезжей, уже получить достаточно хорошего качества бургер. А это полноценный обед, это, в принципе, мясо, это много белка, это много калорий. То есть ты съел бургер с картошкой фри, да, и ты, в принципе, получил полноценный обед за там, 1200 тенге. Поэтому бургерные сейчас активно развиваются, там активно открываются. Роллы, опять же, тоже понятны, потому что достаточно калорийное блюдо. Да, достаточно понятное, оно с претензией на какую-то интересность, что-то заграничное, да, в то же время оно доступное. Ну, то есть, вы знаете, что там набор роллов, там, ну, из 8 штук сейчас, наверное, стоит на рынке там 1500 тенге, там, 2000 тенге. То есть, а это 8 роллов, это достаточно тоже плотный обед. Там и рис есть, и какая-то рыба, да, там, да, и так далее, и сыр, там, вот этот мягкий, да, который достаточно калорийный. То есть, съев вот эти 8 роллов, ты, в принципе, получаешь тоже полноценный обед. Ну, а пицца уже говорить можно не говорить, это тоже достаточно. Поэтому тут, конечно, эти три сегмента, они будут развиваться. А если говорить, ну, также я могу сказать о нишевости, да? Ниши – это тоже тренд. Что-то нишевое, такое авторское, маленькое. Это может быть какая-то крафтовая кофейня, это может быть какой-то крафтовый бар, там может быть какой-то мексиканский там, или еще что-то, да? И так далее. Это тоже будет, но это сегментировано, это мы не говорим о... о массовости, да, но тренд на ниши, он есть. Если вы нашли маленькую нишу, да, интересную, то у вас есть большой шанс на успех вот этой ниши, пока ее никто не занял. Ну, то есть вы хотите сказать, что люди не стали сильно экономить в ресторанах? Нет, средний чек падает. Несмотря на то, что цены растут, но средний чек падает. Ну, вот у вас на сколько упал средний чек? Но, я скажу честно, он не упал. Но за счет того, что мы подняли цены, он и не увеличился. Мы приподняли цены за вот этот последний год, который, начиная с марта до этого марта, мы подняли цены порядка там, 10%, как минимум, может быть, даже 15%. Это связано с тем, что подняли сильно продукты питания. Но при этом у нас средний чек не поднялся, хотя теоретически он должен также подняться был на 10%. А это говорит о том, что значит, гость стал меньше тратить. Какой у вас средний чек, например, в БАУ и в Пинте? Ну, откровенно сказать, что... Я вам скажу, что в Пинте, ну, примерно они одинаковые, просто структура продаж разная. Ну, понятно, есть, там напитки, напитков, там еда, здесь больше еда, да. В БАУ примерно 4500 тенге. Ну, Пинта может быть чуть подороже, где-то 5000 тенге. Это, я говорю, чек на гостя. Я поняла, да, конечно. Не да. на стол. Не на стол, да. Естественно, да. Хорошо. Очень важный вопрос, что мне очень стало интересно. Вы рассказывали, что вы открыли несколько новых ресторанов БАО в течение того времени, пока все было закрыто. Да. То есть у вас, наверное, не все так плохо. Расскажите, как вы развиваетесь и что вы видите впереди? Это немножко не с тем связано, на самом деле. Да, почему я открыл и почему именно БАО? Во-первых, я открыл, потому что многие контракты были уже подписаны до пандемии, если честно. Ну, то есть договорные отношения были уже подписаны, да? Они были там со срочкой, да, и в частности в Астане у меня там два ресторана сейчас, один открылся, и один сейчас вот-вот откроется, по одному уже был контракт подписан, и уже все обязательства были выполнены, была предоплата там сделана и так далее. То есть я уже не мог назад никуда идти. Не было шансов. Не было шансов, да. Ну, то есть я, и так как БАО хорошо развивается, в принципе, и если говорить конкретно про БАО, то до пандемии у нас доставка занимала в процентном соотношении примерно 5-10% от продаж, то во время пандемии, и вот сейчас, когда мы открылись, да, продаж составляет 30%. Ну, то есть доставки, имею в виду, да. Поэтому я решил просто рискнуть и открывать еще БАО, так как оно идет хорошо. Оно, кстати, не в минусе, там, да, а в плюсе. Поэтому именно по БАО я и стал открываться. Что говорит по Пинте мы тоже открыли 3 ресторана, но это региональные, это франшиза. В регионах меньше ограничений. И там Пинты, как ни странно, работают неплохо. И даже вот этот год, вот 2021, то есть многие Пинты работают в плюсе. Потому что там не такие грозные были ограничения, как в Алмате.
И поэтому я не стал, так сказать, менять свои планы. И я надеюсь, что все-таки нам дадут когда-то работать в полную силу. И когда нам дадут работать в полную силу, я буду готов к этой полной силе. А вот и я, да? Вот и я, да, с открытыми ресторанами. Да-да-да. А в целом, как вы считаете, сколько нужно времени отрасли, чтобы восстановиться? Хотя бы до 2019 года. Делать прогноз сейчас очень тяжело, потому что все будет зависеть, допустим, от вакцинации, да? Как наше государство организует эту вакцинацию, насколько люди будут сознательны и будут вакцинироваться, а люди будут сознательны от того, как им будет это рекламироваться, как это будет рассказываться про вакцину, то есть с каких экранов это будет подаваться, кто будет вакцинироваться из нашего государства при людях, чтобы показать, что это нормально, что это надо делать, да? И поэтому, и вот если вдруг вакцинация будет успешная, допустим, как это произошло в Израиле, где там уже 80% населения вакцинировано, и там уже все ограничения сняты. Это Англия, где 12 апреля были открыты рестораны, и там вообще уже что творится, ну, в смысле, все хорошо, потому что они активно вакцинировались. То же самое в Америке происходит, да, где там рекорд установили в какую-то пятницу, они там 4 миллиона, по-моему, вакцин поставили, что-то такое я читал. Ну, то есть, если мы будем активно вакцинировать людей, то тогда, надеюсь, что к осени у нас 50%, там 40% будет вакцинировано, а это значит, что, в принципе, эпидемиологическая вот эта вся ситуация, она будет нивелироваться, и мы к Новому году откроемся, то в 2022 году есть шанс, к концу 2022 года, что мы начнем уже приближаться к тем продажам, которые были в 2019 году. Я очень надеюсь, что ваши планы сбудутся. Большое спасибо за столь интересную беседу. Это был Forbes Казахстан. Смотрите Forbes, читайте Forbes. До свидания. Вам большое спасибо. До свидания.